Електротранспорт у законі. 4 вересня депутати Верховної Ради України у першому читанні ухвалили законопроект, згідно з яким з'являється нова категорія учасників дорожнього руху. Це так звані користувачі персонального легкового електротранспорту, які визначають як одно-, дво- та трьохколісні механічні засоби пересування із електродвигуном. Електровелосипеди у цей перелік не входять, як і колісні візки для людей із інвалідністю. Проте власників гіроскутерів, сігвеїв чи гіробордів автори документу прирівнюють не до водіїв, а до пішоходів. Для них закон не передбачає жодних обмежень швидкісного режиму та віку. І також ця категорія учасників отримує право їхати по краю проїзної ділянки дороги, якщо немає узбіччя чи спеціальних велосипедних доріжок. І, звісно, за порушення правил дорожнього руху на них чекатиме відповідальність адміністративна. За нарушення правил дорожнього движення предусмотрен штраф в розмірі 85 гривен. За нарушение правил состояния опьянения, мы с вами проговорили, это алкогольное, наркотическое, лекарственное, штраф в размере 136 гривен. За создание аварийной обстановки штраф предусмотрен в размере 170 гривен или же общественные работы от 20 до 40 часов. Если это транспортное средство, даже не механическое, то лицо им управляющее является водителем транспортного средства. Если он является водителем транспортного средства, значит, он должен соблюдать правила дорожного движения. Что мы можем требовать от ребенка в 7 лет, который управляет самокатом? Заметить такого человека на проезжей части и выходя на проезжую часть для того, чтобы ее пересечь даже по пешеходному переходу, пешеходу понадобится больше времени для того, чтобы распознавать это как опасность. Ну, я думаю, как водитель. Почему? Ну, потому что они сильно быстро ездят. Ну. То есть небезопасно для пешехода. Если ребенка заденут или взрослого, то ну, будет травма. Ездят все-таки по дороге, а не по пешеходным дорожкам. Безопасность должна быть все равно какая-то. Поэтому я считаю, что как на дорозе. На большой скорости можно травмировать человека так, и не только человека, но и животного. По тротуару идешь, и они едут как-то не очень-то прекрасно. Я считаю, чтобы водители они были. Потому что они на транспорте у нас находятся, они же не идут пешки. Пешеход то, как идет пешки. И он имеет все правила дорожного руху, как автомобиль. Думаю, до пешехода. С привязкой до скорости. Смотря с какой стороны на это надо смотреть. Надо выделить дорожки, как у велосипедистов, чтобы они ездили в определенных местах, а не ездили и сбивали людей.